Экипажи Адемтехнадзора ведут проверку состояния городской территории в период снегопадов. Проезжие части, детские площадки, дворовые, прилегающие к торговым объектам территории. Неочищенные до твердого покрытия тротуары и нависающие сосульки, особенно в зоне пешеходных дорожек, могут быть потенциально опасными для людей. Выявлено множество фактов непроведения первоочередных мероприятий со стороны торговых объектов, как стационарных, так и нестационарных. Сетевые организации, в том числе такие как «Дикси», «Магнит», да, почему-то считают, что они могут себе позволить не убирать свою прилегающую территорию. Ну, это уже не впервые, наверное, всем это известно, поэтому в связи с этим будем вызывать. Не подчиняются закону и некоторые индивидуальные предприниматели. Очевидно, что прилегающая территория у этих палаток на улице Весенней не очищается с самых первых снегопадов. Ответственных лиц на месте не найти. Хозяин должен очищать. Я, как мы девочки, как мы будем снег очищать лопатой, гребти. Мужчина должен, вот, говорили ему. Он пока вот чуть-чуть очистил, вот сегодня приехал, и все, и на этом закончилось. Сказал, попозже приеду, очищу. С момента составления акта на выполнение положенных по нормативу работ нарушителям дается 3 дня. После повторной проверки в случае невыполнения положенных по нормативам работ по содержанию прилегающей территории нарушителям придется оплатить штраф в размере, предусмотренном законодательством.